преддверии Нового года в микрорайонах Белгорода проходит фестиваль «Выходи гулять». Он организован во дворах, отремонтированных по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Один из таких праздников прошел на улице Шаландина, 13. Подробности в сюжете. Праздничное настроение жителям микрорайона дарят творческие коллективы Института искусств и культуры. Игры со скоморохами, песни и танцы никого не оставили в стороне. Дети и взрослые поют и веселятся вместе. Все спешат поздравить друг друга с наступающим праздником. Чтобы в этом году у всех было здоровье, счастье, радость в каждом доме. Чтобы все получали только хорошие эмоции, положительные. С Новым годом! Я поздравляю свою бабушку с праздником и маму мою Марину, и прабабушку с дедушкой, и еще моих друзей и мою сестру двоюродную Соню. Я желаю им счастья и чтобы у них была хорошая работа и хорошая семья. Со словами поздравления перед жителями микрорайона выступил депутат округа. Хочу пожелать жителям города Белгорода и жителям нашего округа мира, добра, благополучия, здоровья им и их семьям. Это один из 25 дворов, отремонтированных в этом году по федеральной программе «Комфортная городская среда». Реконструкция каждого объекта заняла около 3 месяцев. Теперь у жителей микрорайона на площадках есть новейшее детское оборудование и все необходимое для удобной жизни. В октябре будут завершены работы по реконструкции этого двора, в рамках которого была ли укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках и замена оборудования на современные детские элементы. Произведена укладка асфальтового дорожного покрытия, выполнена спортивная площадка. Жители очень довольны, писали благодарности за то, что отремонтировали их двор. Ну, в общем-то, реализация этого проекта очень важна. Со старшим сыном гуляла в основном там, на других площадках, а вот с младшим теперь жду, когда подрастет, будем здесь гулять. Очень нравится, очень много лавочек. Новое оборудование. И старшему ребенку здесь очень нравится гулять. Следующие планы – это озеленение. Хотим мы на следующий год по весне большое произвести. Посадить деревья и плодово-ягодные, и деревья обычные, и береза, и, может быть, рябина, и дуб хотели посадить. Кто-то вот предложил. Елочки вот маленькие посадили, вы видели. Кустарники. Ну, то есть, чтобы сделать, будем так, зеленую, красивую зону для отдыха. Для взрослых и для малышей. Фестиваль «Выходи гулять» проходит на дворовых территориях, реконструированных в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Тематические праздники сплачивают соседей. Кульминацией вечера стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с детьми они зажгли новогоднюю елку. Алла Голдинова, Дмитрий Еремак. К этому часу. Белгород.